Администрация муниципалитета приглашает жителей принять участие в конкурсе на создание фирменного туристического брендбука Ленинского городского округа. Проявить свои творческие способности могут все желающие. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничено. Такого брендбука раньше никогда не было. Мы хотим, чтобы город был в едином стиле. Автобусные остановки, вывески, указатели, какие-то информационные таблички на зданиях, чтобы это все было красиво, в едином стиле. И на протяжении всего года, естественно, украшало наш город. Будущий брендбук должен формировать образ городского округа в медиапространстве, сочетать в себе местные традиции и современные тренды. Свои варианты можно присылать на почту. Сейчас она на ваших экранах с пометкой «Брендбук Ленинского городского округа». По окончании конкурса мы соберемся фокус-группой, куда входят лучшие дизайнеры нашего городского округа, представители администрации, управление по делам молодежи, культуры и спорта, отдела по туризму, комитета по туризму. Будем отбирать работы, смотреть самые лучшие, связываться с победителями. Конкурсные работы принимаются до 23 октября.